что такое вообще Озон Фреш. Многие его путают с Озоном, спрашивают, чем они отличаются и так далее. Так вот, я вам сейчас немножечко расскажу. Есть большой Озон. Это доставка разных товаров, это крупный маркетплейс, да, наверное, крупнейший, конкурирующий, наверное, только с Wildberries у нас в России. Там можно заказать от бытовой техники, все что, до, даже до продуктов. Озон Фреш – это непосредственно доставка продуктов, ну и каких-то товаров из магазинов, из супермаркетов, Вкусвилл, Лента, Ашан и так далее. Озон Фреш появился там во время пандемии, когда было очень актуально доставлять различные продукты и товары первой необходимости на дом. Так вот, кто же нужен, собственно, в Озон Фреш? Нужны кладовщики, да, и курьеры. Чем отличаются поиск кладовщиков от большого Озона? Тем, что мы ищем кладовщиков не распределительные центры, а кладовщики работают на локациях, в небольших складах рядом с метро. То есть не нужно никуда ехать там за город, большие склады. Ну, намного комфортнее работать с сотрудником, потому что они могут себе выбрать даже работу рядом с домом. Ну, курьер то же самое, на своем авто, на автокомпании могут работать, доставляют продукты, товары первой необходимости. А во-вторых, он на слуху, да, мы в каждом доме видим. Ну, реально, сейчас практически, наверное, в каждом доме, если не в каждом, то через один пункт выдачи Озон, реклама Озон, Озон Фреш и так далее. Возникает очень большая такая доверенность к бренду. Плюс...